Погода и электрики вносят коррективы в наши планы. Так, друзья, всем привет! С вами канал «Хуторянин выходного дня». Жена ведет меня на экскурсию. Жена ведет на экскурсию меня. Что произошло за неделю? Да, у нас на этой неделе тут были вот не только снег. Тут они, не знаю, убрали ту опору, которую ты на косилке. Не только снег с громом и молнией, но также были электрики, которые чистили под линией электропередач. Провод меняли. А, даже провод поменяли, ну, да, да. Они поменяли на этот самый, на сплошной. Чтоб не накидывали удочки наверх, чтоб не воровали электроэнергию. Ну, он 400 килограмм где-то. И вот завалили еще лиственницу одну. Она была ближе 3 метров. Ну да, ближе 3 метров было. Видишь, какая крученая береза. Березку. Ну столб, да. И столб. И столб в подарок. Подарок столб. Бетонный. Поменяли столб, этот нам оставили. Но это еще не все, да? Ты говоришь. Ага. Вот они поставили. А вы-то тянули, поставили новый столб, да? Вот этот. А, тот деревянный. Так это тот, который было сломало тогда? Подожди. Ну да? Или, а, дальше, не помню я уже. Но меняли они вот этот? Ну да, да, да. Или нет? Не, не этот, этот они меняли в прошлый раз. Вот там, вон там. За мостом, мостик. За мостиком. Докатали дорогу. Вон лиственница, да, пень торчит? Лиственница вот была. А, вон лиственница. Вот была березка, как раз рядом с линией электропередач. О, пошли красные грибы. Вон тоже. Да их много. Так что можем один раз покушать. Сестра в прошлом году готовила. Сказала, очень вкусные. Напоминают кальмаров. А какие помнишь, они? Помнишь название их? Нет. Там сила и Хабиба. Этот. Напишешь. Что тут с мостиком стало? Ну, тоже накатали. Мостиком ничего, все нормально. Ну, что сделаешь? Такая грязища. Потрамбовали. Да, ну ничего, страшно. Ну, не же, на гусени... Вода пре. На гусеничный. Надо почистить. Это приносит у нас. Да, я чувствую, уже когда ходил туда, в гаражику. Как пасты. Хорошие грибы. Растут на палках. Вот этот они меняли стол, да? Да, тут, конечно же, на мотоблоке сейчас и не разгонишься. Я тебе говорю, что пошли пешком. Не просто так, а что все мокро. Вот они меняли. За дерево. Серега. Уже бутоны. Да. Уже бутоны. Ты смотрел прогноз 20? Не, не смотрел. 25 градусов. Когда? Как-то через дня три. О, так они еще не закончили. Еще поедут, да? Ну, они сюда катушку все не тянули. Как-то не помню. Умоляется провод. Вон как сплошная зелень. Они временно подключились. До конца еще не сделали, да, здесь.
Они полностью его потянут, знаешь? Да, ну меняют полностью, да. Не так временно был свет. Сколько он выдерживает? Я не помню, вроде 400 скоро. Канатная дорога. И вот здесь была наклоненная большая береза. И угол такой у него был, не знаю, градусов. Вон катушка. Нифига какая она. Моя пила не возьмет. Нифига какой пень. Не знаю даже, как ее попилить. Распустившись. На березе. Угу. Ну, вот. А, вижу, да. Чурбаны, а что не чурбаны такие короткие попилили? Может, вести такой, как есть? Такой? Он загрузит его такой, Ленечка? Думаю, что да. Тогда весь такой, как какой. Я не знаю, я вас спрашиваю, когда. Тогда... тоже был тяжелый. Да, тут был короче. Ну, не понимаю, короче. Но если мы распилить не можем, то... Ну да, не, мне не хватит точной шинки. Ну, тут это чуть-чуть, только дров. По краю разложили. Ну да, чтобы не мешало им. Ну и чтобы чисто было под линией. Угу. Когда снег был, даже журавли не кричали. Козам подарунок. Какие, да. Какие богатые ветки. Как у Сережек. Остатки снега. Ну здесь хорошо, дорогу немного накатали. Тут неплохо. Ну а тут немножко подразбили, конечно. Ну высохнет, ничего страшного. Опять везде вода. Везде ручьи. Сегодня уже сколько? Плюс 10, да? Ночью было... Сколько было ночью? Ноль. У меня показывал на компе минус один. Как-то очень много в этом году. И знаешь, вроде так выглядит, что скворцов больше, чем обычно. Последние годы было. Веселее так. Опять началась навигация на прудах. Перед снегом в нашем регионе
выпала месячная норма осадков. Потом еще снег добавил. Еще и немножко идет вода. Ручьи, везде ручьи. Ну вот еще столько добавилось опять работы с деревьями. Но здесь ерунда, только распустить по 3 метра. Там, где береза большая, там побольше, конечно. Ну, дров много не бывает. С вами, друзья, был канал Хуторянин выходного дня. Всем пока. До новых встреч. Всем мира, добра. Будьте здоровы. Погода и электрики вносят коррективы в наши планы.